Наша землячка Юлия Поличихина, которая в этом году получила титул «Мисс Россия», будет бороться за звание «Мисс Вселенная». Конкурс «Мисс Вселенная» является одним из самых престижных конкурсов красоты. Его проводят с 1952 года. В этом году финал пройдет в столице Таиланда Бангкоке в декабре. Однако Юлия Поличихина отправится в эту страну уже совсем скоро, чтобы участвовать в подготовительных этапах. За всю историю конкурса главный титул достался России пока только один раз. В 2002 году «Мисс Вселенной» стала Оксана Федорова. Мы желаем нашей Юлии удачи!